Здравствуйте, дорогие друзья. Очень раздражен тем, что Дональд Трамп так лидирует и так активно лидирует, и то, что Хиллари Клинтон падает во всех опросах. Очень раздражен этим Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка. И он заявил своим ребятам, которые с ним работают, он говорит, я, скорее всего, пойду на президентскую гонку. Это верно. И на это кладу 1 миллиард долларов. У него вообще 35 с лишним миллиардов долларов. Нет, ему помогут. Если Блумберг пойдет, я бы голосовал за него. Чего себе. Вот представляете, ну, конечно, все видела Америка, но вот тут приближается президент еврей. Вот интересно мне рассмотреть вот эту ситуацию. Ну, сейчас был президент, допустим, Обама. Не вот. Дай бог. Вот это интересно. Не дай бог. Он хороший парень. Он себя зарекомендовал как действительно хороший политик и хороший хозяйственник. Да, мэр хороший. В качестве мэра Нью-Йорка. Мэр Нью-Йорка – это практически хозяин Америки. Ты понимаешь, то есть может практически все. Кроме международных дел, но и в этом он разберется. У него хорошая – это айдишкоп, называется еврейская голова. Да, по-другому. Так что... Но вы все-таки, не дай бог, сказали. Но дело в том, что он должен будет играть тогда против Израиля, против евреев. Он большой показывать друг свою... О, да, он большой друг Израиля. Вот как он будет из этого выкручиваться, я не знаю. Ведь показывать свою независимость, как бы, понимаешь, неподкупность и прочее, прочее. Его будут все время обвинять, колоть и так далее. Тут я не знаю, насколько. Когда он был мэром Нью-Йорка, это, понимаешь, это ничего не значило. Вот. Потому что Нью-Йорк, в общем-то, во многом еврейский город. А здесь уже быть мэром Америки, это уже не то, это не еврейская страна. Так что я не знаю, но я бы вообще, конечно, голосовал бы за него. Во-первых, его зовут тоже Михаил. Да, Майкл, да, тоже Михаил. Во-первых, он выходец из российских евреев, да. Родился в Бостоне. Ему 73 года. Ну, такой он еще полон сил. Да, да, да. То есть, вы считаете, что если бы еврей стал мэром Америки, как вы говорите, может быть, это повернуло бы немножко колесо? Да, истории. Во-первых, тут есть два положительных момента. О. Трамп, он горячий парень, такой ковбой, такой на коне и с пистолетом в руках. Всех это не задерживается на языке фраза. Да, да, он молодец, он молодец. Но он, конечно, циркач. И я не думаю, что за него будут по-серьезному голосовать. Блумберг, всем известно, кто он, ты понимаешь? Ну что произойдет в арабских странах вообще? Что нет, я думаю, что не будет проблем с этим тоже. Да? Нет, не будет проблем. Арабские страны тоже хорошенько накушались этими своими революциями и всем тем. Он бы сделал порядок, потому что в мире не хватает такого нормального, мудрого, да, хозяйственника. Человека, который бы просто бы... И Америке тоже этого не хватает. Он бы сделал бы порядок. Я думаю, что если он пойдет серьезно вперед... Я, конечно, не американский гражданин, вот, и без сожаления говорю об этом, но я бы советовал голосовать за него. Да. Вообще для всех американцев. Я не вижу ничего хорошего ни в этой дамочке, понимаешь ли. Трамп лучше. Ну, Трамп лучше. Да, лучше всего. Если не Блумберг, то Трамп. Несомненно. Ну, может быть, так повернем колесо истории как-то. Mm-hmm. Спасибо.